Подходим к Вольску. Вот яхту обогнали. Вон еще одна. Московская ГЭС. Идем по подходному каналу к шлюзам. Скоро будем шлюзоваться. Подход к шлюзам. Нижний въезд Волгоградского водохранилища. Впереди два шлюза, 25 и 26. Дальше будет Саратское Сейчас будем заходить в 26-й шлюз, который слева. Сейчас он начнет открывать ворота. Пока горит только красный светофор. Как загорится зеленый, можно будет заходить. Ворота открываются. Горит зеленый, заходим в шлюз. Эти ворота закрываются потом. Вот ребята привязались. 7-8 рым.
вот начали закрывать ворота. После закрытия начнется наполнение водой камеры. Перепад воды 12 метров. Пошло наполнение камеры водой. Пошла пена. Выходим со шлюзовой камеры в верхний бьев. Город Балаково. Сейчас пойдем в Балаковский порт за другой баржой. Дорожный мост из старого города Балаково в новый город.